Доброго времени суток, уважаемые друзья и маленький котенок. Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами займемся разведением вот этих милейших созданий в игре под названием Kitten DVR. Но если вам понравится вот этот котик или вы захотите меня поддержать, да, это был подлый прием, вы можете это сделать с помощью лайков. Что ж, давайте начинать режим истории. Когда-то я давно уже в эту игру играл, но это было не VR, но трогать котиков в VR гораздо круче, мне кажется. Welcome! Взять воздушный шарик. Зачем мне воздушный шарик? Мне нужны котятки! Привет, ты уже дома? Да? Я только пришел. А что еще происходит? Что за шарики? Это приветственная вечеринка, тупица. У меня есть маленький сюрприз для тебя. Что мы празднуем? Тебе это понравится, просто открой коробку. Ай, в коробке кто? Кто в коробке? Ай-яй-яй-яй, кто же там? Так, а как ее открыть? Открывается, и там же кошаки! Офигенно, котики! Блин, а как его взять в руки теперь? Котятки, идите сюда! Тебя накошачили! Ха-ха, я рад, я рад! Что? Это мой сюрприз! Ну и что мне теперь с этим делать? Ну дай им, не дай им загрустить, пока меня нет! Они не осмелятся спрыгивать отсюда! Подобрать! Ты можешь погладить котика другой рукой! Так, ну что, у нас есть котятки, и они оба красивые, у них даже шляпки есть. Ладно, давайте возьмем его. Вы посмотрите на него, а как его погладить? Взять праздничную шляпу. Погоди, я не хочу у кота забирать шляпу, в шляпе он классный. Я бы хотел его погладить. Взять котенка. А гладить я его не умею. Могу только... Костянус Запека его зовут. Нормальное имя для котенка? Костянус Запека. Дружище, кто тебя назвал Костянус? Почему Костянус Запека? Я не понимаю, ладно. Гуляй пока с шляпкой, иди немного попрыгай, я возьму другого Котянуса Запеку. Присмотри, чтобы они не сломали мои вещи. Сломанные вещи приведут к потере очков. Очков? Я оставил все, что тебе нужно в шкафу. Поставь миску на пол. Или в пределах досягаемости котят. Ну, будет сделано. Не забудь положить корм в миску. Окей. Используй корм, чтобы наполнить миску. Просто прицелься лазером в миску и нажми. Так, погоди, мне нужно сперва потрогать котенка. Блин, я... котенок, ты разбил мне стакан. Это я виноват, да, наверное? Его зовут Dead Inside? Ха-ха-ха-ха, котяра! Dead Inside по имени... А что такое имя-то жесткое у кота? Так, какашка. Почему тебя зовут Dead Inside? Или это твой статус? Это твое мироощущение? Оставлю-ка я тебя в покое, что-то мне страшно брать котенка с по имени Dead Inside. Но он иногда мяукает. Шляпку я, пожалуй, уберу, потому что Dead Inside. Не умею я гладить, в общем, котят, пускай бегают, развлекаются. Я пока открою дверь и насыплю им немного корма. Ой, ты кушать хочешь, малыш? Или ты хочешь забрать мою душу? Блин, а как тебя гладить? Я бы тебя погладил. Или он хочет какать? Ты какать хочешь или нет? Отвечай. Ладно, не дай бог ты в миску накакаешь, я обижусь. Так, теперь нужно заполнить едой. Отлично, кошаки, налетай! Праздник начинается! А еще возьми лоток и подбери ему место. Потом заполни наполнителем. Ага, без него котята будут какать куда ни попадя. Он хочет на ручки ко мне. Сейчас возьму тебя, малыш. Вау, отличный совет, чувак. Со временем наполняй лоток. Так, ты хочешь... Вы хотите оба на ручки? Иди сюда. А? Два котятки сразу в руках. Dead Inside и Костянус Запекака. Они нравятся друг другу. Кто из них девочка, интересно? Можно посмотреть, нет? Вы оба мальчики, наверное, да? Смотри, Костянус, ты держись подальше от Dead Inside. А ты не мяукай! А то начнешь на латыни сейчас читать какое-нибудь мрачное темное заклинание. Знаю я таких, как ты. Идите, развлекайтесь, я насыплю вам еды еще. Вот так, чтобы у вас всегда было что кушать. А теперь нужно поднять наполнитель. Вот только где... Вот наполнитель, смотрите. Куда бы вам поставить, а, малыши? Вы какать хотите, стопудово, да? На стол, может быть. Ладно, давай поставим пока на пол вот сюда. Чё, взять котенка. Ну, он любит меня, смотрите. Он опять одел шляпу? Я ж не одевал на тебя шляпу. Подожди, будешь без шляпником у меня? Во, я научился гладить его. Я научился его гладить, смотрите, какой милаха. Ой, нравится, да? А шейку можно почесать? Блин, нет, только погладить. Ну ладно, я тебя погладил, иди теперь отдыхай, гуляй. Я и тебя поглажу тоже. Да, хороший малыш, хороший.
ты классная. Сладкий мой пирожочек, беги. Сальтуху сделал, неплохо. Так, теперь нужно сделать так, чтобы они ходили в туалет всегда. О-о-о-о-о, как с цепи сорвались. Дерьмо белеет при попадании в лоток. Нифига он отложил там. Жесть, а откуда в тебе столько? Это значит, что оно не оставит пятен. Подними испражнение и выбрось в ведро. Это отвратительно. Хватит ныть! Жесть! Вот это они навалили! И что, мне руками, что ли, это брать? Так, вот в шкаф не надо ходить, не надо. Вон, у тебя лоток есть. Не нужно даже думать о шкафу. Ну, похоже, мне реально нужно положить это туда. Ой, а как мне закинуть это теперь? Что происходит? Почему у меня... Так, оно теперь белое. Нормально. Во, надо кидать какахи в лоток. Ура! Я справился! Я победил! Так, окей, котятки, сейчас я вернусь к вам, будем развлекаться. Что это за монеты и что они дают? Ну хватит, я понял, монеты, даже непонятно, ну, я понял, монеты. Могли бы не показывать, сразу их отправить сюда. Вы открыли абиссинскую кошку, новый предмет-очиститель, всасывай отходы и стреляй ими в ведро. Найдена шляпа праздничная. Ну погнали дальше, на следующий уровень, я так понимаю. Мне нравится, мне это нравится. Давайте купим очиститель, потому что, ну, руками собирать какахи такое себе занятие. Скажу, друзья, вам честно, никогда этим не занимайтесь. И снова здрасте. Привет. Что здесь происходит? Теперь ты позаботишься о абиссинских котятах. Сам по себе. Я испугался. Там часы на стене. Когда откроешь коробку, начнется отсчет. Когда истечет время, я проверю твой счет. Удачи. Что? Кстати, я принес тебе новый инструмент. Очиститель. Всасывай им какахи и стреляй их какахами в мусорник. Похоже на веселье. Да, действительно. Ладно, кто у нас там живет в коробке? Открывай. Уэй, красавцы. Надеюсь, никто из вас не Dead Inside? А то я... Драклор. Почему у них такие имена? Драклор, Dead Inside, Костянус, Генерал Морковк. Ну вот это прикольно. Драклор. Так зовут демонов в преисподне, Драклор. Как вы друг другу? Посмотрите, абиссинские котятки. Ладно, поглажу тебя. Если Драклора гладить, он тогда не станет истреблять человечество, я думаю. Так что гладьте Драклора. Назову своего кота, когда он у меня наконец-таки появится, Драклором. Так, иди гуляй, иди сюда, тебя тоже поглажу. Все должны быть поглажены, котята. Плохой этот котенок, которого не гладят. Точнее, человек плохой, который не гладит котят. Так, вот теперь все нормально. Далее, нам нужно разобраться... Ага, я нашел очиститель, пускай лежит рядом со мной. Тут у нас лоток, сразу его поставлю сюда. Немного очистителя. Для того, чтобы у вас все было, ребятки, хорошо. И еда. А вот еду я не знаю куда. А, вот миска. Эй, не играйтесь, не деритесь. Драклор хочет забрать его душу. Блин, они играются, реально. Ну, лучше идите покушайте. Поигрались, можно и поесть, а потом можно будет и покакать. Я разрешаю. Блин, он так садится, как будто хочет нагадить в миску. Но делать этого не нужно, Драклор. О-о-о-о-о-о-о-о, увидел, 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 побежал уже. Смотрите на него. Маленькие какие негодяи. Ладно, попробуем испытать это оружие. Реально всасывает? А, это гениально? Почему? Кто на... Откуда какахи на диване? Погоди, а кто наделал каках на диван? Я не успел обратить внимание. Драклор, это ты, что ли? Ты когда-то успел? Я не понял. Ладно, буду тебя гладить, чтобы такого больше не повторилось. Плохой человек, тебя бы наказал, а я тебя, наоборот, поглажу. Ну, не думай, что это поощрение. Просто я не хочу наказывать тебя. Где второй? Где генерал Морковк? А где генерал Морковк? Молодец. Молодец, что в этот раз пошел туда, куда нужно. А где генерал Морковк? Генерал Морковк, ты там? А ну-ка иди сюда. Че от меня прячешься? Ты что задумал? А, малыш, ты что задумал? Блин, ну прикольно, что у них даже статус есть. У этого статус такой, типа, я добрый. А у второго статус? Где он? В шкаф. Че, спрятался от меня? А? Кушать хочешь, на. А, ты охотишься на кого-то, да? Драклор тоже доволен, они оба довольны. На, ты хотел кушать, иди кушай. А я пока буду гладить генерала Морковка.
И он поворачивается за рукой, где ты его гладишь за ушком. Он поворачивается и такой тик-тик-тик-тик-тик. Молодчинка. Кушайте. Ну, можете играться. Но только не бей его, слышишь? Не бей. Не бей, не бей. Я надеюсь, они просто играются и никому не хотят бить. Ну, какают они, конечно, будь здоров. Две маленькие фабрики по производству... Что это такое? Ты что? Генерал Морков, вот от тебя я такого не ожидал. Ожидал от Драклора. Ну, Драклор хороший мальчик, а ты, блин, тоже хороший. Ну, не какай мне, блин, на диваны, на полы, на ноги. У меня бы тут ноги были, если бы они существовали. Я опять рукой взял какахи, ладно. Ой-ой-ой-ой, какой ужас. Ну, подумаешь немного. Ну, приберется, кто тут хозяин этих Драклоров. Вот это его проблема, он воспитал так котят. Смотрите-ка, что я нашел. Так, генерал Морковка, это тебе. А я не могу одеть. О, генерал Морковка теперь стильный, друзья. Теперь у него не будет причин гадить. Раньше он был таким вредным, а теперь, когда у него есть очки, думаю, такого больше не повторится. Все, бегай. Смотрите, какой стильный, просто моднявый кот. Молодец, генерал Морковка. А как-то вот эти вот следы нельзя здесь вытереть, нет? Жаль. Опять срать хочешь? Да ты куда пошел? Давай вон туда иди. Куда? Видишь, что удумал? Я слежу за тобой, не дай бог. Давай. Фух, остановил. Остановил неизбежное. Он мог опять нагадить. Было бы неприятно. Так, накормить вас нужно, да, малыши? Ну давай. Китик это у меня бесконечный. Ко мне на ручки хочешь? Иди сюда. Блин, Драклор классный. Прям офигенная. Надо было очки. А, он спать лег прямо на какаху на свою. Ну, почему бы и нет? Если тебе так удобно, я не могу тебе запретить. Если тебе комфортно, то это твое право. Твоя жизнь. Сам выбирай, где, когда спать. Ты кот, гуляешь сам по себе. Поспал, отдохнул, потянулся. На руки брать я тебя не буду, друг. Хочешь играться? А играться-то не с чем, можешь... Ладно, хотел предложить ему с тарелкой поиграться. Но вряд ли это была бы хорошая идея. Хочу, чтобы Драклор остался со мной навсегда. Слишком уж... У них был мячик, надо было поиграться. Блин, не заметил. Нужно в следующий раз быть внимательнее. Новый апгрейд. Мячик. Улучшаем мячик для большей крутости. Найдены темные очки. Здорово. Интересно, какая порода котят будет следующей? Так, мячик. Очиститель можно апгрейдить. А зачем? Смысл какой? Давайте лучше мячик. Теперь шумелка в комплекте. Должно быть весело котятам. А вот это апгрейдить я не стану, да и денег нет. Ты отлично справляешься. Я оставил тебе еще один подарочек. Надеюсь, тебе понравится сюрприз. Спасибо. Новые котята Рэгдолл постоянно спят. И они не любят громких звуков. Осторожнее, не разбуди их. Смотрите, шапочку для котенка нашел. Будильник я трогать не буду. Подождите, давайте я соберу все вещи, а потом мы уже... Будем с вами развлекаться. Что у нас тут? Сральня и... Наполнитель. Там больше ничего нет, да? Кошка. Непонятно, для чего она нужна. Мешается только. Что у нас еще интересного? Еда, разумеется. Давайте сразу все подготовим. Для котят. Что у нас тут? Мячик. Только без шумелки, кстати. Просто мячик. Но это, видимо, сделано специально, потому что эту породу котят будить не стоит. Они будут недовольны. Ну ладно, открываем. Что же у нас там живет? Ох ты, ничего себе, вот это да! Офигеть, какие вы классные ребята! Ранин и джентльмен. Блин, они классные. Веслоухие такие. Мяукают постоянно. А че ж вы мяукаете? Ты хочешь, чтобы тебя погладили, да? Поэтому мяукаешь. И лапки так поджимает, классно. Джентльмен, ты классный. И ты куда? Ты мне на лицо, что ли, хотел запрыгнуть? А, они испугались будильника. Ай, ай, ай. И он будет постоянно... Почему работают будильники? А, надо постоянно будильники взводить, чтобы ребятки могли поспать. Ладно, я буду знать теперь. Так, малыш, я тебя тоже... Блин. О, играется, погоди. Да подожди, дай я по это... Погодите, дайте я поглажу вас. Я ж не всех еще погладил. Все, можешь больше не бояться, я больше не допущу, чтобы ты проснулся, малыш. Иди сюда. Шапку сам на себя одел. Эй!
Ревивьен? Ревивьен? Это очень знакомый ник. Мы с ней играли в веслу когда-то давно, много. Ха, прикольно. Вот это прикольно, внезапно. Так, а вот это не очень прикольно. А у них наполнителя нет, это моя ошибка опять. Ну ладно, ребят, ругать я вас не буду. Такс. Блин, он такой грустный. Ну какаха у него, конечно, исполинская просто. А и прямо там и лег. А чё бы нет? Молодец. Взводим будильники постоянно. Ко мне на ручки хочешь? Я знаю, что хочешь. Ранин, давай, поглажу тебя. И ты, котеночек, спи. Я вижу, что у тебя уставший вид. Спи, спи, спи. Котятки, спите, ничего не бойтесь. Дядя Саша... Ну не мешай ему спать. Не мешай ему спать. Займись своими делами. У тебя ж мячик есть. Где тот мячик? Ну даже не думай. Вот даже не думай туда какать. Мячик, да? На, смотри, играйся. Во, поехали играться. Так, а, это тоже уже спать перехотел, они все хотят с мячиком играть. Взводим будильники. На, играйся, играйся. Ну, один раз они проснулись. Ну, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, все правильно. Один раз и смотрят на меня. Они как будто, блин, из Азии откуда-то приехали. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Ай, хороший красавец. Не надо, не, даже не думай, вот здесь, гать. Давай! Братишка, давай. Блин, ну реально, если кидаешь их... Во, молодец, смотрите, сколько отложил, больше своего веса. У него там черная дыра внутри. Не иначе. Так, им нужен наполнитель, а где наполнитель? Я его потерял. Вот он. Так, а где еда? Еда закончилась или ты утащил еду? А что ты его туда утащил? Засранец ты маленький. Ты что его утащил-то туда? Чё утащил еду-то мою? Она общая, друг. Не только твоя. Вот, я тебе мячик. Специально для тебя выделил мячик. Играйся с ним. Блин, они за ним бегают, но особо не играются. Хотя, играются. Вот еще мячик. О, еще один господин. Вот, блин, котята ничего не хотят делать. Хотят только какать и спать. И спать там, где какают. И какать там, где спят. Вот это их любимое занятие. Так, я слежу за каждым из вас. Иди сюда. Давай, иди на диван, наверное. Во, молодец, дружище. Вот теперь ты молодец. Вот теперь я вот теперь понимаю. Вот теперь уважуха, братуха. Прямо жестко. Иди ко мне. Ревивьен. Все хорошо. Все хорошо, можешь теперь туда только и ходить. Ой, что такое? А что такое? Ты такой сонный весь. Спи уже, если лег спать. На всякий случай будильники взведу. Не бей, вот и спать хотел. Иди и спи. А где второй будильник? Блин, опять котята утянули будильник куда-то, а потом проснутся и будут винить меня, что я его не взвел. Ай. Это он? Я вижу только один будильник. Что? А чё время-то ускорилось? Ладно, я реально второй будильник не нашел. Ой! Испугался, блин, прости, стакан разбился. Я не специально. Я не специально, так уж вышло, так уж получилось. Я не хотел, чтобы... Ой, чё они... Так и знал. А я не вижу второго будильника. Блин, сломали тут все, разбили мне... Но это не страшно. Главное, что котята выжили, я тоже выжил. Они все покушали, покакали, поспали. Все остались довольны, я думаю. Вы открыли рэгдолл. Милашка рэгдолл перемещена в вашу комнату. Хорошо, хочу какие-нибудь новые апгрейды для котят, чтобы им было еще веселее жить. Но апгрейдов никаких нет. Давайте мячик проапгрейдим. Он трясется, кота веселье на максимуме. Давай. Ну и у меня есть парочка кексов для вечеринки. А вот и новые краткошерстные котята. Хотя они всегда голодны. Не дай им съесть ни кекса. А мне можно? Нет, глупыш. Да и поосторожнее. Иногда окна открываются от сквозняка, чтобы котята не убежали. Блин, вот за этим нужно следить. И за котятами, и за кексами. Ой, ох ты. Они гладкошерстные? Жесть, они такие толстые. Жиробасики мои. Гасп и Юра. Юрец. Гаспец. А ты кто, братан? Деми.
Юрец, ну тебе уже явно пора на диету садиться. Тебе не кажется? Прям пора. Посмотри на вот этого чувака. Он похож на такого какого-то тигра, да? Чисто своей фигурой. Ты похож на колобка. Ну ты даже запрыгнуть, в принципе, за печенкой не сможешь. Ты слишком уже много печенок съел за свою жизнь. Давайте их будем кормить. Буду я их, конечно, кормить. Я не могу отказать котятам. Если они мяукают и просят еды... Куда полез? Куда полез? Стой тут. Блин, случайно вот повредились другие котята. Даже не думайте. Даже не думай, тебе тоже нельзя. Стой. Очки. Куда ты лезешь? Вот мячик вам. Играйте с мячиком лучше. Играйте. Мне нужно найти вам эту какашку, сральню и вот это. Так, теперь накормим их, чтобы они... Все, вот еда. Та-та-та-та-та-та. Дэми, тоже смотри. Это касается всех. Блин, мусор убрать нельзя. Так, погоди. А где? Вот мешок с наполнителем. Нет! Вот туда. К наполнителю, пожалуйста, дружище. Во, ты хороший, да? Смотрите, он что-то там ищет, сам своим делом занят, играется, ему нормально. А ты, Соня, иди спи лучше, а то тоже будешь сейчас... Это что такое? А что ты делаешь? А, он... Мы это... Он порвал, я думал, ты мнешь, чтобы уснуть. А ты пришел и порвал мне диван? Это что, как это называется? Друг, как это называется? Это и ты куда пошел? Еще один, блин. Что у вас за мода такая? Либо есть, либо крушить. Лучше поешьте и лягте спать. Покакайте, может, еще и все. Даже не думай на диван садиться. Я не против, чтобы ты сидел на диване. Это создает в доме уют, когда кот спит где-нибудь на диване. А он прямо уснул перед диваном. Но когда кот рвет диван, это уже не очень хорошо. Окна бы закрыть лучше, чтобы котята не убежали. А ты-то, Дэми, чего тебе не спится-то? Ты же любитель поспать. Ну вот реально, ты меня удивляешь больше всех остальных. Так, вниз. Вот был бы у меня кот, я бы его не ругал за то, что он рвет диван. Я бы специально дал ему диван, чтобы он на нем тусовался. Сходи в туалет. Еда им нужна. Еды не осталось. Так, наполнитель есть. А вот еду я вижу. Куда? Нет. Лучше я тебя поглажу. Вот, смотри, чувак одел очки стильные, Юрец. И теперь он классный. Мяу-мяу. И теперь он не хочет ничего крушить. Эй, какие милашки. Теперь он хочет только какать и спать. Тоже хочешь на ручке? О, котятки любят, когда их гладят. Так, окна надо бы закрыть. А где время вообще? Через сколько придет ты... Ага, скоро уже придет. Человек, который ответственен за этих маленьких разбойников. Куда ты идешь, разбойник? Давай, садитесь тут. Вот, вам еда, на ручке, хорошо. Блин, с мячиком они играться вообще не хотят сегодня, если честно, почему-то. На, играйте с мячиком. О, мячик. Мячик, я его прокачал специально для вас. Ой, он спать хотел, а я его согнал теперь случайно. Ну так бывает, и мячик куда-то делся. Они спать легли, ну вот теперь можно их не трогать, я думаю. А ты не спишь, да? Ты, Соня, ну ты не спишь сегодня. И настроение у тебя почему-то не очень веселое, Дэми. Почему? Я не знаю. Они заняли твой диван, ты сам хотел спать там. А, он будет в ногах у меня спать. Блин. Все-таки порвал диван. Мяу, 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 мяу. Порвал все-таки мне диван. Жесть. Ну вы можете посидеть буквально пару минут спокойно. Не разбегаться, не крушить ничего. О, играйтесь лучше. Все правильно. Так, мячик бы найти для вас. Окно опять закрыто. Открыто. А вон мячик. Так. Ну, напоследок все-таки я наделал, да, ты? Делов здесь. Прям по духам мне. Я не заметил. Ну, уж ничего не поделаешь. Не заметил и не заметил. Тюх. Ну и, друзья, я думаю, на этом мы пока... Ну, дорвали диван, правильно уже. Чё, мы ж богатые, новый купим. На этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Он был довольно милый, как и эти котята. До новых встреч, удачи и пока. Счастья вам, друзья. Любите животных, они классные.